Proč mě musíte otravovat? Nemám čas. Продержаться бы эту смену. Хочешь проблем покинуть? Насрало же своих освободил от ушей. Я знаю пару офицеров, кто в Големе работает. Вести оттуда тревожны. Мы должны жестоко подавлять любые попытки. Рупер мертв. Новых терактов больше не будет. Господи. Нет, своя донути, она заудочит. Смайли, я говорил со Сталином. Нам нужен не он, но у него есть дочь Элисон, бывшая военная собака. Нам опасно. Что будем делать дальше? Сталин говорит, что не знает тебя. Мне кажется, он что-то скрывает. Так что агент его задержит. Пока он ее не выдаст, расследование покажет. Я прослежу, чтобы на него надавили и вытянули все. Хорошо. Сообщи, когда. Адам, Янус прослушал разговор, который ты достал из НПС. Он согласен встретиться. Отлично. Только скажи, где. На центральной площади есть заброшенный туристический центр. Проверь, чтобы не было хвоста. И у меня для тебя кое-что есть на мальчике. Подробности на карманном секретаре рядом с местом встречи. Ищи мусорный бак, над которым отметка мелом. Его ты найдешь у метро. Понял. Делара, ты тут? И что, Адам? Ты узнал, что случилось с Винсом? Я только что говорил с информатором. Это женщина, от которой он должен был узнать о каких-то делах Дубали. Вот только он не пришел. У меня дурное предчувствие, Адам. Постарайся не упустить след. Надеюсь, что с Винсом все хорошо. Не хватает проблем. Nemám ti co další.
запертая. Красиво тут, да? Слушал последнюю передачу, ладно? Готовь пропуск. У меня есть разрешение. Где твои документы? Хватит лапать чужие вещи. Я повторять не буду. Что происходит? Thank you.
Послушайте, мадам. Я говорю, вдруг все нарвется. Еще вам нельзя выкидать прикашку. Извините, я не могу вас пропустить. Но у нас в районе не купить хороших апельсинов. Мне поэтому все на нем. Дискриминация. Ты арестован. Впервые слышу про какой-нибудь. Роди, здорово. Еще немного дальше пройдем. Хочу убедиться, что нет хвоста. Вот дерьмо. Думаю, здесь мы можем спокойно поговорить. Вместе заставим Власту ответить за все. Власта, твой муж, что все-таки происходит? Ты сказала, что что-то знаешь. Контрабандой. Оружие, наркотики, проститутки. Все, что душе угодно, милый. Все это уезжает на восток. У меня есть адрес склада, и я знаю код от него. Сможешь сам сходить и посмотреть. А там решишь, как лучше поступить. Хочешь, чтобы я сорвал контрабандный бизнес твоего мужа? Зачем? Я согласилась сдать моего мужа в обмен на новую жизнь. Мы с Винсом только обсуждали детали. Ты ищешь... Пытаешься найти его след. Наверное, теперь мне надо все обсуждать с тобой. Что еще я должен знать про... У тебя есть вся нужная информация, чтобы разрушить бизнес моего мужа. Thank you.
Делара, Винс занимался контрабандистом в Вале. Я добыл адрес склада, который его интересовал. Может, интересует до сих пор. Или он нашел его каким-то другим образом. Информация, как именно ты ее получил? От информатора, с которым хотел встретиться Винс. Он будет работать со мной. Это меня не удивляет. Ты умеешь завоевывать чужое доверие, Адам. Это редкий дар. Главное, удалось взять след. Узнаю что-то еще, скажу. Ještě jeden. Takhle jsme sem přišli o dva roky pozdě. Ej ty, ищешь инструмент? Это вроде... Конечно. Thank you.
приехал в Прагу. Не ж... Для людей опаснее всего устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза, который быстро распространяется по индийскому субконтиненту. Этот Галуа меня напрягает. Всемирная организация здравоохранения делает все возможное. Компании Врокосехи. Тем не менее, источники в группе исследователей штамма утверждают, что возбудитель болезни мутирует так быстро, что вакцины пустыри. Корпоративную коррупцию. Что отказываются замечать журналисты, так это вред, наносимый этими борцами за справедливость. В прошлом году коллектив остановил дорожное движение в Лондоне, нарушив работу светофоров, из-за чего медицинский транспорт не мог помочь больным. В Чили они совершили массовый обман избирателей, взломав систему учета голосов и выбрав в качестве президента 12-летнего ребенка. В России сломанные и безработные. В США миллионы рабочих потеряли работу, когда коллектив опубликовал секретные корпоративные документы, из-за чего сразу несколько компаний обанкротились. Персонали говорят, коллектив является одной из опаснейших преступных организаций. Несмотря на всю похвалу, стоит возможность в оригинальной СМИ. С вами зафиксирована аномалия. Доступ запрещен. Хранящаяся в стенах банка Беллисейд находится вне юрисдикции любого правительства. И вы можете видеть свои данные. Банк Беллисейд – это лучшее корпоративное хранилище данных в мире, и он будет таким всегда. Пожаловать, доктор. Как вы считаете, что ценится?
разрешу. Кто ты? Что ты делаешь? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Если тебя увидит Власта, он... Мы договаривались, что я буду одна. Власта, да? О чем вы еще договаривались? Почему тебя заперли здесь? Я не знаю, кто ты и чего хочешь, но я отсюда не уйду, даже не надейся. Это ты должен уйти. Мне рассказали, что Двали тут занимаются контрабандой. Тут мог быть человек, которого я пытаюсь найти. И командовать всем должен твой друг Власта. Власта мне не друг. Он неизбежное зло. Ты коп, наверное. Я хорошо копов знаю. Те, которые мне попадались в големе, постарались, чтобы я их никогда не забыла. Я не такой, как они. Послушай, я не отсюда. Меня зовут Оливи. 5 месяцев назад меня высадили с... Ты платишь Двали, чтобы они тебя перевезли. Должны же быть способы получше, чтобы покинуть Прагу. Законных нет. Не для меня. Лучший способ — миновать пропускные пункты, попросить Власту. Деньги у меня есть. Теперь он отвезет меня до самой Рабии. В голем я не вернусь. Ты вообще представляешь, какой там ужас творится? В големе творится ад. Собственно, это ад и есть. Я согласен, что оттуда надо бежать любой ценой. Если ты так думаешь, то тебе лучше уйти. Я обещала Винсу, что буду все делать, как договорились. Если Власта найдет тебя здесь, то испугается и отменит сделку. И потом позовет Винса. Винс? Винс Блэк? Он в этом какую роль играет? Я заплатила ему, чтобы попасть к власти. Тебе пришлось платить? А когда ты его видела в последний раз? 2 дня назад. В подвале ночного магазина в давном обводе. Недалеко от ворот. Больше я ничего не знаю. Пожалуйста. Это мой шанс выбраться отсюда. Ты понимаешь? Я пришел сюда, чтобы узнать... Если заплатить копам в големе, они отведут туда, где живет Винс. Там платишь Винсу. Потом Власта приходит за грузом. Тогда надо заплатить власти. Власта и Винс, они все никак не могли поделить. Это Власта. Слушай, ты ничего не сможешь сделать, чтобы помешать Двали вывозить контрабанду из города. Это их бизнес. Они всегда выкрутятся, что-нибудь придумают. Остановишь один грузовик, другие все равно уедут. Единственная разница, ты помешаешь мне спастись. Я в 9 должен встретиться с Катькой в клубе. Катьке придется подождать. Кто послал? Я просто провожал подругу. Хотел убедиться, что она в надежных руках. Если у меня нет причин переживать за Оливи, у тебя нет причин переживать из-за меня. Провожал? Тебе кажется, у меня тут зал ожидания? Я никому не говорила.
клянусь. Если ты куда-то идешь, Власта, давай быстрее. Я не люблю сюрпризы. Когда люди нарушают мои правила, мне хочется что-нибудь разломать. Или, скажем, нет, не разломать, а разобрать на части, которые можно продать. Оливи уже заплатила тебе за безопасную дорогу. А я хочу добавить, чтобы они заботились во время поездки. Деньгами ведь можно всего добиться, да? Всего? Ладно, друг, только теперь тебе лучше уйти. Уходи, и всем сразу станет лучше. Всем станет лучше, когда Оливи доберется туда, куда хочет. Я за этим прослежу. Если она не попадет в Рапию без проблем... Не беспокойся, попадет она туда. Первым классом. Давай, свали уже. Когда последний раз дома был? А там аугментированная полиция в форме. Оборотни в погонах. Город без глупостей. Thank you.
Делара, я нашел Линца. Дурные предчувствия тебя не обманули. То есть, Адам, неужели он... Ему надо было закончить еще несколько месяцев назад. Все ясно из его дела, Адам. Винс просто перешел границу. Он пытался быть двумя разными людьми сразу и перестал быть кем-либо. Мы потеряли его. Поверю тебе на слово. Давай договоримся, что Миллеру эту новость сообщишь ты. Да, конечно. Будь осторожен, Адам. Еще бутылочку найти, чтобы уж точно не замерзнуть. Да кто такое дерьмо слушать будет? Thank you.
за нашу встречу. Янус, значит так ты встречаешься лицом к лицу? Не впечатляет. Ты же не думал, что я сяду на самолет до Праги, верно? Нет, пожалуй, нет. Насчет того разговора. Ты ведь знаешь, с кем говорил Мандерли, так? Роберт Пейдж. Директор Пейдж Индустрии и владелец корпорации Версавайф. Мультимиллионер. Это не значит, что мы не можем арестовать обоих за сговор с целью убийства. Мы слышали, как Пейдж приказал убить Рукера. В записанном разговоре, который ты получил незаконно. Плод ядовитого дерева, Дженсен. В суде это не будет доказательством. А что тогда насчет орхидеи? Сможем мы узнать о ней больше? Я сам пытаюсь кое-что раскопать, но и ты в Праге можешь принести пользу. У Версалайфа есть счет в банке Пэлисейд. Если ты проберешься в их хранилище данных, то мы сможем найти какие-то ответы. Ты хочешь, чтобы я вломился в банк? КПА хотят подставить, свалить на нее вину за что-то. Скорее всего, будет еще один теракт. Хорошо. А что это за Браун? Пейдж говорил о нем и каком-то совете. Адам, вас засекли. Я вижу, к тебе направляются сторожевые дроны. Что? Как? Слежки не было. Может, кто-то сумел обнаружить, что Янус взломал электросеть? Не знаю. Просто уходи оттуда. Кто-то сумел обнаружить, что Янус взломал электросеть? Не знаю. Просто уходи оттуда. Мистер Дженсен, это Номад Станок. Прошу вас,
Прошу вас, помогите мне. Старый, как ты... Моя дочь, они убьют ее. Я сбежал от ваших друзей, и когда я сюда добрался... Где? Район Прикашка. Жилой дом за автопрачечной. Скорее, умоляю вас. Доктор Кристиан. Мистер Дженсен, это Номад Станок. Прошу вас, помогите мне. Станок, как ты... Моя дочь, они убьют ее. Я сбежал от ваших друзей, и когда я сюда добрался... Где? Район Прикашка, жилой дом за автопрачечной. Скорее, умоляю вас. Моя голова. У себя здесь кто-то уделал. Мистер Дженсен, это Номад Станок. Прошу вас, помогите мне. Станок, как ты... Моя дочь, они убьют ее. Я сбежал от ваших друзей, и когда я сюда добрался... Где? Район Прикашка, жилой дом за автопрачечной. Скорее, умоляю вас. Доступ разрешен.
безопасно. Ходи, мимо. Может, так, держись. Знаем друг друга. Все у тебя получится. Адам, ты как? Эти дроны? Я в порядке. Ничего у их хозяев не вышло. Слава богу. Слушай, со мной только что связался Янус. Версалаев закрывает счет. Сегодня они все заберут из своего сейфа. Нельзя терять ни секунды. Ты должен спешить. Не могу. Я нашел сапера. Она может нам все рассказать. Но ее хотят убить. Что? Вот черт, они решили все подчистить. Я не могу одна пробраться в банк. Но если мы этого не сделаем, мы потеряем Орхидею, блять. А если я не пойду в прикашку? Создатель бомб погибнет, и мы останемся с пустыми руками. Тебе решать. Это все не за мной.
можно ждать беды. И по всей Европе расползутся. Алекс, у Януса правда есть план ограбления? Или он хочет, чтобы я пробивался в хранилище с боем? Он поручил кому-то подложить пакет в машину менеджера банка. Кому-то? Она стоит на парковке для сотрудников. Сообщи, когда найдешь. Хорошо, что ты за это взялся, Адам. Тишина. Вижу раненого. Посмотрю, что там. Thank you.
Все, Алекс, пакет у меня. Что теперь? Там должны быть цилиндр памяти и карта доступа. Только карта пуста. Янус сказал, на нее нужно записать биометрические данные человека с открытым счетом. И что? Похитить кого-нибудь и украсть его ДНК? Может, на следующей неделе? Сегодня мы сможем забрать то, что нужно, из офиса на третьем этаже. Контакт говорит, что банк хранит там профили клиента в защищенном терминале. Значит, всего-то остается пройти через охрану. Здорово. Дженсон, это Смайли. Твой друг Номад Станик сбежал из-под стражи. Агент Райли говорит... Проблемы? Какие проблемы? Да. Ты знаешь, где охрана уже установили новые пароли. Найти обоих пока не поздно. Я все сделаю. Я ищу персонального менеджера. Да, это я, Томас Романок. Извините за прямоту, но мы редко встречаемся с такими, как вы, то есть никогда. Немногие аугментированные могут стать нашими клиентами. Да, и это точно невозможно без назначения встреч. Секретарь может вам помочь, но я бы на вашем месте не трудился. Надо это проверить. Там, кажется, шум. Чисто, подтвердите. Чисто.
Вижу вероятный код Zero. Подтвердите. Зафиксирована аномалия.
Прошу прощения, сэр. VIP-хранилище можно посетить только по записи. Вы не записывались, насколько я знаю. Нужна запись, чтобы попасть в собственное хранилище? В случае корпоративных хранилищ, да. Это нужно, чтобы доставить ваш контейнер в зону просмотра. Кроме того, потребуется ваша личная карта. Спасибо за информацию. Зафиксировано на нам.
Прошу прощения, сэр. Доступ к этому лифту ограничен. Необходимо предварительную запись. Сэр, это закрытая зона. Что там? Не отследил. Где же вы, мистер Дженсен? Вы обещали, что придете. Я кое на что отвлекся. Скоро буду, станок. Можете не спешить, вы уже опоздали. Моей девочки больше нет. Ее забрали на их вознесение. Станок, номад, черт возьми. Разрешено.
подключаюсь к биометрическому терминалу. Как он должен сработать? Янус объяснил так, что вирус на карте найдет профиль сотрудника Версалайф с нужным правом доступа и скопирует его. Он же вроде говорил, что карта пустая. Я говорила технически, прости. Но теперь карта должна быть активна. Найди лифт в подвале и попробуй на нем. Вероятный ноль. Подтвердите. Подтверждаю. Вероятно, зеро. Раненый. Вероятно, 2-0. Зафиксировано аномалия. Цель потеряна. Начинаем поиск. Подтвердите. Иду на помощь. Зафиксировано аномалия. Поиск. Ничего. Подтвердите. Помните, что почему? Продолжайте. Начинаю малый патруль. Подтвердите. Подтверждаю. Патрулируйте. Обыск под зеро. Подтвердите. Подтверждаю. Пока не...
Какой-то шум. Здесь вроде безопасно. Странно. Не надо! Интересно. Клянусь, я ни при чем! Малый патруль. Подтверждаю.
доступа сработало, Алекс. Я в лифте спускаюсь. Янус вообще молодец. Он сказал, что защитные меры блокируют беспроводные коммуникации рядом с хранилищами, так что мы с тобой скоро потеряем связь. Значит, теперь я буду сам по себе. До тех пор, пока ты не зайдешь в хранилище Версалайф и не вставишь цилиндр памяти в их терминал. Потом Янус, по идее, сможет подключить тебя напрямую. Он поручил мне загрузить на цилиндр разные вирусы. Конечно, сначала тебе надо добраться до комнаты доступа в хранилище и вызвать хранилище Версалайф, если тебя остановит охрана. Неспроста. Как отвечать приходится только перед акционерами и заботит тебя только прибыль, поверь. Решения принимаются самые странные. Откуда ты знаешь? Ты ведь охранник. Кстати говоря, давай уже работать. Зеро нейтрализовано, подтвердите. Карта доступа сработала, Алекс. Я в лифте спускаюсь. Янус вообще молодец. Он сказал, что защитные меры блокируют беспроводные коммуникации рядом с хранилищами, так что мы с тобой скоро... потеряем связь. Значит, теперь я буду сам по себе. До тех пор, пока ты не зайдешь в хранилище Версалайф и не вставишь цилиндр памяти в их терминал. Потом Янус, по идее, сможет подключить тебя напрямую. Он поручил мне загрузить на цилиндр разные вирусы. Конечно, сначала тебе надо добраться до комнаты доступа в хранилище и вызвать хранилище Версалайф, если тебя остановит охрана. Начинаю.
Ты меня слышишь? Да. Сигнал слабый, но я могу его усилить. Эй, что ты делаешь? На цилиндр памяти записана программа поиска. Она отмечает все данные о проекте Орхидея и отправляет мне.
Это звуковой файл. Можно послушать. Алло? Боб, это Меган. Ты попросил моего помощника отправить образцы орхидеи. Я просил его не отвлекать тебя на это. Ничего, я ему разрешила. Но я просто ни разу не слышала про этот комплекс Гарм. Недавнее приобретение. Когда-нибудь я отвезу тебя туда. В этом нет необходимости. Послушай, мы изменили Кас-ферменты орхидеи, сделав их крайне опасными. Пока мы работаем над новым элементом, у исследователей Гарм должен быть под рукой нейтрализатор. Я читал твои отчеты, Меган. Я все знаю о неудачах с Касмалем. Я даже держу образец нейтрализатора в безопасном хранилище на случай, если твоей работе помешают. Вот как? Поверь, тебе не о чем беспокоиться. Спасибо. Я просто хотела все проверить. Спокойной ночи, Боб. Спокойной ночи. Меган. Доктор Рид, ты расстроен? Она пришла в Версалайф незадолго до ликвидации Шариф Индастрис. Я думал, ты в курсе. Полагаю, про этот комплекс в Швейцарии ты ничего не знаешь. Гарм, я занимаюсь этим с той секунды, что Меган его упомянула. До 2025 года это был геологический исследовательский центр, а потом его купила Bell Tower. Но при банкротстве его не записали в активы компании. Понятно. Думаю, про свой отряд спецназовцев они тоже забыли упомянуть. Мне нужно попасть в этот Гарм. О чем ты? Аугментированные наемники, напавшие на нас в Дубае. Если Пейдж отправил им орхидею. Это все. Если только там нет каких-то физических предметов, советую тебе поскорее выбираться. Пока хранилище в этом положении, можно уйти через тоннель. Удачи, Дженсен. Когда будешь уходить, забери цилиндр памяти.